чувствую, Ваня. Документы есть у вас? Предоставь документы. Просто мне кажется, что-то здесь нечисто. Не терак ли он задумал, а? Не надо, Игнат, нас уходить, пожалуйста. Так, ну, что меня толкать? Не трогайте меня руками. Руки вы убрал. Вы знаете, гражданин. А я не должен представляться. Что у вас? Закон Российской Федерации, документики предъявите. Что? Терактом здесь занимаюсь. Я сзади подхожу, слышишь, если что, чтобы не убежал. Ты кто такой? Я даже не знаю, как тебя зовут. Можете его в машину посадить, ребят. Терак, вы не хотите здесь совершить? Давай его загрузим. Чего вы себе боитесь, что стоите? Ну заковывай, все, почему давай, и в отделение. На ты? Почему со мной а что, а я не имею права? Не имеете права. Давай, может, подмогу вам вызвать, а? Если вы не можете его в машину. А вы что? Нам нужен рапорт. Какой рапорт? Ну давайте мне данные, берите у него мнение, да, это вы сотрудник полиции, берите у него данные, я запишу. Берите. Вы же сотрудник полиции. Вы тоже сотрудник полиции. Он нам не дает. Для проверки на причастность к крайне совершенным преступлением. Проверять я вам предоверю. Личность моя установлена. Вы будете. С этой машины. С этой машины. А вы с какой целью интересуетесь? 77-45-97. Что случилось? А вы кто вообще? Старший андроман, связь наблюдается. Ну? Документы можно ваши? Причина, цель. Я не знаю, что ваша цель здесь, в чем визит? Не знаете, и дальше идите, не знаете. Документ по базе розыска, пробьем вас, не розыск случайно? Причина, цель. Чего причина, цель? Документы есть у вас? Снаряд полетел на Алло, здравствуйте, Восточный округ, ГИБДД. Ваша фамилия, не представитесь? Еще раз, не расслышал. Еще раз как? Коршун. Здравствуйте, а не подскажете? Анна, 37-19, 99 регион. Ваш экипаж? А не подскажете, как так получается? Вот тут вот полоса крайняя правая вот на шоссе энтузиастов после пересечения. Ну вот у нас перекресток перед МКАДом по шоссе энтузиастов, если ехать. Я не знаю, это Машико-Паинский, что ли. Тут вот заправка, штат нефть. И вот после перекрестка крайняя правая полоса есть, вот по ней спокойненько нормально ехать, чтобы уйти на поворот. И вот прямо на повороте, где сплошная линия разметки, экипаж останавливал машину. И вот получается водители, чтобы без нарушения ПДД, не могут повернуть направо. Им надо ехать через сплошную линию разметки, поворачивать, не видеть, что и как, зачем, почему. Вы можете вот на экипаж как-то повлиять, чтобы они перестали водителей подвергать опасности? Что-что? Какая сплошная? Вот по шоссе энтузиастов. Подождите. Подождите. Я вам... подождите. Я вам объясняю... Вы меня услышать можете? Тишина, тишина. Какой отбойник? Правая, крайняя, правая полоса. Машина ваша, нет, уважаемый? Ваша машина. Вы с какой целью интересуетесь? Что понять не могу. Ну хорошо, я рад за вас. Я обязан на эти вопросы отвечать? Конечно, я вас спрашиваю. Документы должны предъявить. Предоставить документы. Просто мне кажется, что-то здесь нечисто. Не терак ли он задумал, а? Не надо, Игнат, нас уходить, пожалуйста. Так, меня толкать? Не трогайте меня руками. Руки убрал. Вы что, гражданин? Документ дайте. Я сейчас наряд полиции вызову. Ну и что? Иди вызывай сначала наряд полиции. Иди. Иди, будь с женой разговаривать. А не скажете блогер, как ваша фамилия? Идите, служите, я вас не задерживаю. А нет, сейчас пойдешь в отделение. Сейчас в отделение не поедете. Мешайте. Не подходите ко мне. Все, я тебя за ручку держу. Не тебя, а вас. С какого перепуга вас? Вы же будете это в интернет выкладывать, нет? Да, обязательно, вы уже в интернете. Давайте будем друг друга уважать. Угу. А то вы показываете пример другим. Кого уважать? Кого? Вы показываете другим зрителям 77-46-90. Да. Ты ко мне то, обратился, ты представился? Себя? Нет, а я не должен представляться. При обращении гражданина. Да, а я к вам не обращался.
А сейчас ты, я с чем? С деревом разговариваю? Я вам замечание делал. Иди делай вам замечание дереву. Как Ульянов Ленин показывает. Угу. Замечание делай вон, под одеялом, жене. Красок хороший. Это GoPro у вас? Сколько мегапикселей, не скажете? Не подходите. Это соблюдайте GoPro, дистанцию. Ваша машина? С какой целью интересуешься? Иди вон, служи на дорогу. Такой тесный, молодой человек. Вас приучили. Нравоучение дома жене под одеялом. Вы мою жену не трогайте, уважаемые. Вы сейчас поедете в блядь, человека. Я бы вас тоже в YouTube выложил. Да, выкладывайте. Не подходите, соблюдайте дистанцию. Мне с вами неинтересно общаться. Что вы дорожите, вы нас боитесь? Да. А что вы нашли? Ко мне подходят два вооруженных преступника. Преступники? Да. Вот, смотрите, давай, приехали. Ну, хорошо, рад. А вот и кавалерия прибыла, подключаемся. Вот сразу, блядь. Ульяна, 3240, 99 регион. Это какой-то подозрительный, приходит, что-то снимает, что ты хочешь от нас. Для проверки. Да. Пиво отдел для проверки. Здравствуйте. Еще раз кто? ОВД по району Ивановская. Младший сержант Высоцкий. 02-17-12 МКВ. Причина и цель обращения. Подождите, сойди. В чем? Документы будете представлять? Причина и цель обращения. По какой причине я должен представлять? На каком основании? Что основание закона Российской Федерации, документики предъявите. Что? Подождите, голос не предъявляйте, не повышайте. Что? Вот, что случилось? Что? В чем мое подозрение? Сотрудники дорожно-постовой службы вызвали помощь. Ну, хорошо. По рапорту, по рапорту. Ну, потому, потому что вы не транспортное средство, они вот паспорт брать не могут. Ну, мы, соответственно, можем. Ну, рапорт о них, от них какой-нибудь поступил. В чем мое поведение? Не знаю, как ваша фамилия, как обращаться к вам. Ну так, вызов, да. Оказывайте. Оказывайте. Ну, оказывайте. 02-18-85. Для чего я должен представлять? Какая у нас процедура возникла? Для чего? Сотрудники ДПС скажут, что вы себя ведете неадекватно. В чем неадекватность? В чем неадекватность? Вы подошли бы, так и так. Кому я что должен подходить? Что? Ну вот я и не подходил, я к ним даже не обращался, я их даже не спрашивал, не отвлекал. Для чего, я вот не могу понять, для чего я должен предъявлять? Почему, чем заинтересовала моя личность, я вот не понимаю. Это ваше транспортное средство, вот это? Сейчас, хотите какой-то лишний акт заправить, даже будет второй документ. Я для чего должен? Какая процедура? Что я такого сделал, что я должен предъявить документ? Объясните мне. Какое-то преступление было совершено? В чем неадекватность? Вот, подожди. Ходить не умею права? Кричите. Ладно, я не кричу. Есть жалоба? Кто жалуется? Кто жалуется на крики? Я вам... Доставляю неприятное неудобство, то, что я кричу? Нет, доставляю. Вам лично доставляю? Ясно. Ну, заявление. Подайте им заявление. Устно достаточно. Заявление. Это кого надо? Документы покажите, пожалуйста. Свои. Сегодня не получил, сегодня по YouTube. Я вас вообще не трогал, к вам не обращался. Проследуйте. Извините. Все, давайте, доставьте обязательно. Рапорт. Ну, давайте. На. Документы где вы? Заковывай. Для чего? При чем тут заковывай?
Бузаковый, все, почему давай, и в отделение. А что, я не имею права? Не имеете права. Я с вами на вы разговариваю. Я не имею права на ты разговаривать. Ну, арестуй, я вот тебе потыкал. Вот сотрудник полиции, старшина, или старший СИЗО. Я тебе потыкал. Ну все, арестовывай. Это нарушение. Все, преступление. Какая ответственность за то, что я тебе потыкал? Я разговариваю, общаюсь с тобой. Вот какое есть? Есть на какое-то нарушение? Ну все, давай, арестовывай. Все? За то, что я тебе потыкал, ты меня арестовываешь? Обыскивать будете? Для чего? Чтобы установить вашу личность, чтобы я знал, с кем я разговариваю. Я могу представиться. Сергей меня зовут. Уже знаете, мне как это меня? Мне интересно. Мне нужны ваши документы. Что? Мои... Для чего? Какая причина возникла? Что такого произошло, что я стал... Я должен вам 500 раз повторить одно и то же. Так что произошло? Я уже говорил. Есть жалобы. Посмотрите свою видеослушать. Да. И послушайте, ну, что послушайте. Я там вам сказал. Ну, потыкал я вам. И я что 500 дальше? Раз одно и то же повторять не собираюсь. Ну, ладно, давайте начинаем с вашего удостоверения. Я хотел обратиться в исключительном порядке, чтобы принять какие-то меры по неадекватному человеку. Напишите заявление. Есть заявление, будут рассматривать. Что значит? Конечно, будет заявление, а как? Примите, у меня как есть еще? Заявление. Примите меры на будет данного заявление. Сотрудника полиции, сотрудника полиции. Примите нет, меры в отношении этого гражданского. Предъявить какие-то либо мне вот не нравится, какой-то он подозрительный. Вот смотрите, в капюшоне ходит. Нет, давайте я напишу заявление. Вы вот в очках ходите. Предъявите на него. Подозрительный. Что он на заправку приехал? Подозрительный, да. А что вы за заправку хотите? Надо его проверить. Взорвать. По базе, по РОС, конечно, может. Давайте, дайте мне заявление, напишу на данного человека. Снимайте, заявление. Мне он какой-то подозрительный, в капюшоне. Вы что, будете его доставлять, ребят? Нет. Подождите. Так надо понять, за что доставлять-то. Что я такого там сделал? Я тоже жалуюсь на людей. Я тоже на человека жалуюсь. Давайте примем в отношении него меры. В отделении будете жаловать. Здесь конкретно... Ну да, давайте его тоже со мной. Мы сейчас вдвоем сядем. Он на меня пожалуется в отделении, я на него пожалуюсь в отделении. Документы будете свои предъявлять, нет? Алло, да, Ян. Алло. А сколько мегапикселей, интересно, камера, а? Алло. Это не GoPro, да? А это что, под водой можно снимать? Ну, я алло. Я не видел, а водолаз нарисован на машине. Ну, я не знаю, я что я такого нарушил, что я должен заявлять документы? Вот что я такого нарушил? Заявление есть, кроме сотрудников полиции? Я к ним даже не подходил. Как я могу помешать того, к чему я даже не приказался? Я не... Алло. Алло. Ну, давайте я тоже пишу на него заявление. Давайте мы сейчас вдвоем доставляемся и пишемся. Давайте. Ну, давайте. Какой человек жалуется? Какой, да, человек жалуется? Давайте, я на него тоже пожалуюсь. Нет, ну. Да это не против принять документов, я просто не значит, понимаю, все, какая причина и цель. Кому терактом здесь занимаюсь, что стал машину пусть поставил. Хватит меня окружать, поставил. Хватит меня окружать, стойте я, где-нибудь. Я сзади подхожу, слышишь, если что, чтобы не убежал. Потому что удерить надо доставлять. Сзади. Чтобы не убежал. Подождите, это я их отвлекаю? Я к ним даже не подходил. Я даже к ним не обращался. Видимо, фамилии этого, не спрашивал. Видимо, до этого отвлекали. Когда до этого? Когда? Я даже к ним не обращался. Мне кажется, сейчас данный его... сотрудник ко мне сам подошел и стал группами вопросов мне задавать. Но я и не посчитал нужным отвечать. Почему они это самое не дают документы? Смотрите. Так я не понимаю причину. Он везде быть, должна может, быть причина. Просто смотрите, так, потому что... Федеральному да, росту. Да, да, да. Вы поймите, я их даже, смотрите, я их даже сейчас не трогаю, знаю, может быть вы с этой подозрительной. Идите поработаете. Не, никоим образом не смешно. Я просто пытаюсь понять, вот для, почему я должен предъявить, что такого сделал. Вот вы не можете назвать, вы можете назвать, что я сделал? В чем подозрительность выявляется? Опросите их. В чем моя... Да вы не еще скажете, что мне это работу выполнять.
Я к ним даже не подходил. Я к ним даже не обращался. Я к ним даже не обращался. Гражданин на вас жалуется. Я на него жалуюсь. Подождите, это я на него жалуюсь? Да, да. О, тем более Раиса жалуется. Человек без документов ходит, стоят 4 сотрудника, он им голову выносит. Кто выносит? Так вы же даже предъявить можете. Просто погадать за документы? Кто там дежурный? А. Дежурный кто? А? Товарищ Правильно. Полицейский. Я вам показываю документы, что происходит. Просто показать документы, все, вы знаете мою фамилию, имя, отчество, да? И все, на этом и конфликт исчерпан. Соответственно, мы вас пробьем по базам, в розыске вы или нет. Ага. Через дежурную часть. А причина для этого какая вот возникла? Вы ведете себя неадекватно. Вы нарушаете общественный порядок. Алло, да, Ян. Да, просто останови, да, останови, это же сцена энтузиаста пересечения с Большим Купаевским переулком. А просто остановился, стал позвонить дежурную часть ГИБДД. Подошли сотрудники ГАИ и говорят, что я их отвлекаю от работы, веду себя неадекватно, дают документы, все. Вызвали обыкновенных полицейских. Обыкновенные полицейские, естественно, от сотрудников ГИБДД узнали, что я их якобы отвлекаю. И говорят, ну все, ты подозрительный человек, сейчас мы тебя будем пробивать по базам, предъяви документы. И следовать, вот они вот вокруг меня вчетвером стоят и окружают, и требуют документы. Один постоянно сзади подходит. И вот говорят, все, покажи документы, ты подозрительный. Все, мы сейчас тебя будем пробивать по базам розыска. Правильно. Пробьем чистый диск, домой пойдешь. Да, идите. Это пересечение шоссе энтузиастов с Большим Купавинским переулком. Шоссе энтузиастов 92, заправка. Шоссе энтузиастов 92, заправка Татнефть. Здесь же также мойка. Ну, я вот перископил, ты мне как раз бил. Ну, сейчас я обыкновенно сотрудником полиции, сержантом и младшему, просто сержанту и старшему сержанту покажу свой паспорт, они меня по базам пробьют, успокоиваются. А мы подождем, когда он поедет. Ждите. А сотрудники ГИБДД, сейчас мы дождемся, когда ты сядешь за руль, и тогда вот на тебе отыграешь. Вот это сотрудники полиции. Ага. Да, давайте. Идемте с вами познакомимся, сотрудники полиции. Газон не надо больше ходить. Весь протоптан. Вы меня оградите, пожалуйста, от этих субъектов. Вы приняли? Сотрудники полиции, вы приняли? Как и мы, так что мы не можем. Ну давайте с вашего удостоверения начнем. Доводило у нас доставлять. Подождите, я попросил предъявить служебное удостоверение. Это какая-то неадекватность. Я сейчас буду вам показывать паспорт, я буду свои личные персональные данные непонятно кому предъявлять. Да, да, вообще подозрительный тип. Я не снимаю. Старший сержант полиции Шамонин Максим Петрович, полицейский водитель, должность. 10 января 2021 год, 18-17-27. Похоже. Еще кто хочет со мной? Кому еще я должен предъявить удостоверение? Вам тоже? Ну давайте. Вы ко мне обращались? Сколько удостоверений? Удостоверение. Вы ко мне обращались? Сколько? А? Я вам представил. Вы ко мне обращаетесь, какие-то меры высказываете? Давайте со всеми ознакомимся, я всем покажу паспорт. Давай, я остыл там. Один попью. А? Хватит пленки, конечно. Ну, это онлайн-трансляция идет. Чуть-чуть рук, да. Все, это даже, если сейчас меня начнут здесь полицейские сотрудники бить, так. Сейчас, кому секундочку. Нужны бить вас? 17 мая 21 год, 18-21, 89, похоже. Младший сержант полиции. Высоцкий Юрий Александрович, полицейский. Все. Дальше идем. Да, служебное удостоверение. Снимай, все, слышишь? Малый напрыгнул сейчас. Да, конечно. Я-то сейчас кибер, сейчас всех полицейских здесь. За Рамсая, за Оломая. Подозрительный. Ну не надо в глаза. Тих, камень, да не снимай, я в глаза пихать не надо. Ну что это, детский сад. Старший лейтенант полиции Ракаев Дмитрий Александрович, инспектор ДПС. Похож, 18-19 год. Ну, ваше служебное удостоверение. Тоже обращение следовало как-то. Не имею, знаешь, права вообще, да. Ладно. Да? Да.
стоит. Это этот, как он называется? Не снимаю. Телескоп или как? Старший лейтенант полиции Романов Михаил Ефимович. Старший инспектор ДПС. До 2 июля 2023. 21-37-75. Похож. Не могли нам сразу предоставить документы? Вам? Для чего это? Вы кто такой вообще? Вы кто такой? Вы только что посмотрели удостоверение. Вы сотрудники БДД, идите на дороге с водителями и общаетесь. Сотрудники полиции, если у них возникают какие либо вопросы, или подозрения, я да не убежу. Так, давайте. Куда сюда? Руки куда тянешь? Свой фотоаппарат убери сначала в карман яблочный. А он поклонник из китайской техники. Ты же не хотел, чтобы я твое удостоверение снимал? Вот и стой со своим, ознакомливайся. А у меня кончилось. Вы должны мне передать паспорт в руки. Какого? Где это написано? Читайте закон. Читаем. Открываем. Да, открываем. Паспорт гражданина обязанный, да. Так, где-то здесь написано, запрещено, восстановлено, запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случая, изымаете. Вы же забираете, рапорт составляете, я дам вам в руки. Нет? Вы хотели ознакомиться? Вы путаете понятие. Передать сотруднику полиции руки и изъять. Это какие проблемы, да, Ленич? Это я сотрудникам ДПС на дороге должен права передать. Так, правила дорожного движения. Покажи, где написано, что я должен дать в руки. Открывайте свой интернет. Где? Ознакомьте. Я не собираюсь вас ознакомить. Как вы, так? То, что вы не знаете закон. Это вы не знаете закона. Да, блядь, убери ты руки. Блядь.